не тршасың ғой? Шығай. Қойсаң ғой. Бүгін мен мақұл ғой. Не болды? Не мынау? Өзің не болған? Қандай іште болды? Әрбір мұғалім сені айтады, күніге сабаққа кетесің. Отыр. Атымасан, мен 7-ші класта оқимын. Мектепте осы көп деген қысымдарды көріп, ошол қысымдардың айынан көп деген азаптарға да душар болып келемін. Бүгін де болса, чоңдор менден көп деген суммадағы ақша талап қылышты. Егер де олар талап қылған ақшаны алып келбесем, анда аяғы жаман болорын айтышты. Сөз жоқ менде, бар кет. Мына шөнтіп, атамдан дағы ақша алған соң, өгей апамдың ақша бербесін біліп, қапчығынан арғасыз ақша алуға мәжбүр болдым. Ай сағыра! Не қыласың бұл ақшаны? Неге алдың? Тағдырдың орысынан соң атамды елемес, мені де қиыншылықтарға салды. Ошол себептерден олам мен ошол ішке баруға арғасыз болдым. Здравствуйте, это служба поддержки. Вам нужна помощь? Менин атым Нуржамал. Азыркы учурда 15 жаштамын. Нуржамал! Сен кыз угасың ба азы мени? Апа, кечиресиз, укпай калтырмын. Не кылтасың менин айтканым, укпай? Сабак кылып жаттым эле. Не, ушул сабак үчүн менин айтканым, укпай атасың ба? Мен сени окутпайм. Мен сени эрге берем. Жыйна деп табышкаларыңы. Мен дагы максатыма жетер бекем. Мен сияқты адамдарға жардам қолын сұнған адамдар болар бекен. Асер қызым қандайсың? Мен азы бір аз бош емесмін. Тайкин ақша салғам. Ошодан ала аларсың, ай? Ой, сен! Мә, оны апаң салып жіберді сілерге. Біз Нұрбеке бұт кейм аламыз дегенбізді, жетпейді қо. Менің не? Қату ал деген тұрасың, ә? Ибәрді мен! Ойның тұрайындар, әй! Мә, мағаларды тазыра қылып жу. Тазырлы жуып жатпаймын ба? Әй, қыз, сен менімен айтша тұрым болып қалдың ба, Эже, майрамдарды чоғы атен өзімен өткөрсек сон болмағы?
биз жада калса жаңы жылды да бирге тоса элекпиз. Качанга чейин ушинтип жашайбыз? Илова чеже, карачы биздин Кыргызстан кандай кооз? Мен кийин чоңойгондо чоң завод фабрикаларды курам. Ошондо атенебиз жаныбыз болот. Илова чеже. Кой алтыным, жей койгула алтыным. Ай, канча айтамаган эч нерсе бербегиле деп. Сен эмне ачка калдың белек? Бол колуңдагы мопосуйду бербер. Энем жанар ата мектеп көрсүнчү, эжеге эмне дейм? Канча айтам? Жанара мектепке барбайт, ооруп атат деп кой. Кызыке. Акчаны кичине азыраак салып коюпсуң, көбүрөөк сал. Салган акчаң кызың эле кетип атат. Ооба, ооба. Кийинки акча салганда дагы звонить этерсиң, э? Мен да мектепке барам деп келдим. Мен кичинекей кезимде апамдан ажырап калдым. Жан дүйнөм күйүп турат дейсиң ушунчалык. Апа, мен сенин мазарың жанына келгенде ушунчалык бир жылуулук алам. Сен аны билбейсиң да. Мен ага бүт бардык нерсени айтып бердим. Мен айттым, билесиңби? Анда угуп тур. Мени мектептен. Сен жетимсиң, жетим бойдон каласың деп классташтарым мени шылдыңдайт. Үйгө келсем, өгөй энем күн көрсөтпөйт. Ошол күнгө чейин кылбаган нерсеси калган жок. Апаке, өгөй анам мени дагы сабап салды. Жүрө элесиңби? Болбойсуң сен эле азыр. Эми эшикти эптеп калбайсың, а? Эй, сен мени коштоолордо алдында уят кылдың го, а? Мектептен өзү кеч келесиң. Кылган ишиң ушу. Сен эч нерсе чыкпай. Менин үй бүлөм мага абдан жагат. Алар ар дайым мага көмөк көрсөтүп келет. Мен үй бүлөмдү ушунчалык жакшы көрөм. Алар менин табылгыс байлыктарым. Бирок чынында мен өз атамдан коркуп, ал бир туруп эле башка адамга айланат. Мен ошондо өз атамды тааныбай калам. Ал зөөкүр. Ал апамды урушуп, анан болор болбос нерсеге эжелериме кол көтөрүп турат. Аны саз келгенсе байкемдин атамынан ашып түшөт. Ал дагы эжелеримди өзүнүн кайышы менен сабап салат. Эжелеримдин колдору эч нерсеге жараксыз болуп калган күндөр да болгон. Атам болсо күн сайын кыздын жумушу тамак жасоо, үйдө отуруу деп бизди эч жака чыгарбайт. Эжелерим болсо мектепти аяктагандан кийин атам аларды жакындап турмушка чыгасың деп жогорку окуу жайына окутпай койгон. Мен күн сайын өз атамдан жана агамдан коркуп турам. Качан мени уруп салат экен? Жана да мен мектепти бүтүргөндө атам мени окутпай коебу деп. Тигин так могу? Нормально жазган күнүң болобу? Сага эмне жакпай атат? Дагы эмне кылам? Катын башы менен өзүм иштеп атам, үч баланы өзүм багып атам. Сен иштебейсиңби? Мени эмне жакпайчы? Жумуш жок болсо желкем менен жер казайынбы? Канча иштеп атам? Чыкпайсың, атпайсыңбы? Да, пожалуйста. Эмне чоо атат окшойт? Кызым да чыңырып атат, жок болсо адам атат. Ал эмне кыласың? Өздөрүнүн иши да бар. Жүрүп ал. Мои родители не разделяли моих взглядов. Папа хотел, чтобы я как настоящий мужчина занимался боксом, заставлял меня посещать тренировки. Он никогда не относился к шахматам всерьез. А мама была вынуждена согласиться с ним, ведь в нашей семье папа глава, и у мамы совершенно не было права слова. Согласно Конвенции о правах ребенка,
Каждый ребенок имеет право на свободу выбора деятельности и профессии. Так почему же я не могу стать гроссмейстером? Я мог бы оставить свои попытки в погоне за мечтой, но я не стал. Не бойтесь мечтать. Мечтайте много и о многом. И мечты, если они правда стоят того, чтобы о них мечтать, когда-нибудь обязательно сбудутся. Мына кызым, бойго жетип 17-ге да толдум. Эми жакшы жерден келсе сени узаталы. Апа, мен 11-нчи классты эми эле бүттүм да. Мен машинист болуп окуп, иштегим келет. Менин ой-пикирлерим, кыялдарым бар. Окуп эмне кыласың, кызым? Университет кыздардын жайы эмес. Башка мындай сөздөр мен үйүндө кайталанбасын. Кыз көңүлү суудай таза дил ару. Кыз боро кератанынын тумары. Кең далада өскөн гүлдөр сыңары. Кыйылбасын кыздын биек кыялы. Я сама виновата. Девушка, а может познакомимся? Вашей маме зять не нужен? Красотка, давай развлечем. Помоги, держи ее. Меня. Давай выпьем. Отпустите. Не сопротивляйся. Да не пинайся. Отпустите, отпустите. Айнази? Мама, меня сносила. Что? Кто тебя видел? Никто. Ты где была? Соседи видели тебя? Нет. Как я им в глаза буду смотреть? Ты подумала об этом? Кто тебя замуж возьмет теперь? Что люди скажут? Ты подумала об этом? Нет, я не знаю. Надо написать заявление в полицию. Мы свидетели ежедневного насилия, преследования. Нарушение личного пространства. Физическое насилие, эмоциональное давление. Чё ты ноешь? Знаете ли вы, к чему это приводит?
Элем не дейт, қызым. Эмелдің бетін қантып қарайыз. Ертең әлі жарасып кетесің. Өзің өрле тетші болмайсың. Мен аралас қойлай ғой. Балдарды қантып жалғызбағасың. Ошоны ойландың ба? Ар бір үйде болу керек. Қазан аяқ қағышады. Тұрмышыңды бакле бұзып саласың ба? Балдарыңды ойландың ба? Я сопротивлялась, я не хотела оставаться там, но в первую же ночь он изнасиловал меня. А после этого его мать унижала меня за то, что я женщина, и говорила, что я никому, кроме ее сына, не нужна. В первый раз он ударил меня, когда я была на третьем месяце беременности. Он вымаливал у меня прощение, но это повторилось, когда моему сыну было полгода. Я хотела начать работу. Или хотя бы закончить учебу, но мне запрещали. Я хотела сбежать. Но куда? Мои родители давно погибли, а брат, казалось, забыл обо мне, когда женился. Я жила в страхе последние несколько лет. Я ненавидела себя еще больше за то, что я беспомощна. Но в какой-то момент я поняла, что так нельзя. Я поняла, что моему ребенку нужна сильная, смелая мама, которая способна защитить его. И тогда я обратилась в кризисный центр нашего города. Мне оказали огромную поддержку и помогли, но я думала, что после развода моя жизнь закончилась. Но нет, она только начинается. И нас с сыном ждут прекрасные времена, счастливые моменты нашей жизни. Айтшы қалым әмен мен, я? Ай, дағын не ол кәттіңір, я? Ай, бұл қатылыңды қойдап қой, тілей тұрып айтшы қалтым әмен. Ай, сәлемді мен апам мен айтшы қалдыңдар, я? О қалсыз бағын өзің құлықтырам ғой. Қармаған үшін көріп келіп ол керден кетке. Мен саң өткендер айтты біле апам мен айтшы қалдыр. Тәжі, қаяш айтмақ тұзу басын көтер, сүлемәдің бірі, я? Қандай сіз зор, қандай қылғанды, я? Епкен ағызып қаяш айтқанын көрөй, басын түшіріп ұстайм айтып қой. Менің қайсы күнімі жоқпыдай, менің ұшылғы келгенден баштап, геу менің қайненімден запқы деп келем. Денемнің бары көгіға, үйгі кетіп қалайын дейімді, бірақ апамды аяйым, апамды дел қараған бен, жері қаратқым келбейін. Оты менен кіріп, гүлі менен шықтым, бірақ еш кімге жақпады. Балағару, үй жинаштыр тамақ жаса, бұл сені мілдеттің. Әмне бардық жұмыста тілі аязырта мілдетті өй? Аял болғынмайын мілдетін ұшын керек. Бір тамаққа ұшын че ба? Жиліме тибетші! О, құдай! Шынайда жаша бола бұ? Жоқ-жоқ, мұндай жаша бол бойды. Мен өз ұқылымды қорғашым керек. Ова, қорғойым. Когда я прихожу с работы, я уставший, я злой, я депрессирован. Мне нужно отдохнуть. Дом – это мой отдых, мой покой, понимаешь? Я не успел. Я уже не могу. Я надоело. Замолчите вы уже, я мужик, я здесь главный. Сынок, найди в топ. Да что ты сулишь? Сынок, найди в топ. Да что ты сулишь? Да что ты сулишь? Да что ты сулишь? Жүрмадина юриске барауыз, сен өзім ойлы, қызынды ойлы. Жоқ елім не дейді? Азина! Неда әлі отырасы? А?
пойду. Папа, я пойду. Папа, дружище. Башы арақтан, атам кетет күнді түші артынан, бору-борыт қырағылып бір кезде, апа кеме ұр тоқмұқы қағылған. Арағынан атамдың, чыдавастан қату сөзді айтқаны, азап беріп апа кемден жанына, мұштым болып қайыр өзіне қайтқаны. Моя семья очень дружная. Мама красивая, умная, стройная. Мой папа очень хороший, смелый, сильный, добрый. А самое главное, он очень сильно любит нас. И мы тоже очень сильно любим его. Нам с ним очень хорошо. Но я его боюсь, когда он становится другим. Я его раньше таким никогда не видел, как будто это не мой любимый папочка. Его словно кто-то подменил. Меня зовут Айдар, мне 14 лет. У меня обычная семья. Когда-то моя семья была счастлива, пока мои родители не развелись. Мама собрала вещи и ушла из дома, собрав нашу сестру. На малейший проступок отец поднимал на нас руку. Мы с братом часто оставались голодными, ходили в одной и той же одежде. Денег не хватало даже на покупку школьных принадлежностей. Как-то я помогал своему брату с домашним заданием. К нам с криками зашел пьяный отец. Он начал ругаться, обзывать нас. Мой братик, обняв меня, начал тихо плакать. Я решил, что больше не могу так жить. Я пошел к мосту. Глубоко погрузившись в мысли, я не заметил, как оказался по ту сторону ограды. Я уже был готов попрощаться с жизнью. Я вспомнил самые счастливые моменты моей жизни. На моем лице появилась улыбка, и я сразу пришел в себя. Я представил, что будет с моим братом, если меня не станет. Я быстро перелез через ограду и пулей побежал домой. Я вспомнил, что в школе мы записывали телефон Давида. Незаметно вытащив телефон с кармана отца, я набрал номер. Мне ответила женщина с добрым голосом. Она все внимательно выслушала и попросила дождаться помощи. На утро нас забрали сотрудники органов опеки. Спустя несколько дней нас забрали в новую семью, и нам с братом было хорошо.